Поцелуй твои руки, моя родная. Ты нежнее всех на свете, я точно знаю. В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце. Обними меня покрепче, хочу согреться. Поддержишь и успокоишь, и от зависти и злости меня укроешь. Я люблю тебя, ты ангел, тобой живу я. С благодарностью я руки твои. Когда с бабушкой ты оставался вдвоем, у ней не было другого дела, чем забота только о внуке своем, и нет той заботе предела. Им казалось всегда мы голодные, они пекли блины и оладушки, толкли нам картофельное пюре, любимые наши бабушки, и кормить тебя бесконечно могли. Очень радовались, когда ты ел. Ну а если ты уже кушать не мог, конечно, считали, что ты заболел. Обнаружить в комоде можно у них какую-то редкость музейную, и какое же счастье покрутить машинку у бабушки швейную. Тебя отпускала она гулять, под шубу надев две кофточки, лицо закутав теплым шарфом, пододев под брюки колготочки. И сидели бабушки с нами, бабы Наташи и бабы Ани, бабы Даши и бабы Томы,
потому что родителей не было дома. Родители были на работе, все в делах и все в заботе. Бабушки с нами водились одни, чтоб мы стали хорошими людьми. Ах, какая перина у бабушки, как спалось на перине по ночам. Там из сказок, что мы читали с ней, герои во сне приходили к нам. Наигравшись с вязальными спицами, мушкетерам приятно засыпать. А еще наслаждение по ковру из коробки пуговки рассыпать. В нашей жизни присутствуют тоже они, и пюре, и блины, и оладушки, и перины присутствуют, видим мы сны, но они не такие без бабушки. Добро пожаловать в семейный музыка. Интересной повседневной жизни. И чтобы всегда были счастливы и здоровы. С днем рождения! Абыр, мы тебя поздравляем с днем рождения. Мы только что пришли с моря. Я вот плавал и обдумывал. Что сказать? Даня обещал потом еще отдельно сказать. Он сейчас любезно согласился со мной поздравить тебя. И пожелать мы тебе хотим после моря, чтобы ты наслаждалась каждым днем, каждой секундой этой не всегда радостной жизни. Даже в плохих моментах тоже есть всегда что-то хорошее. И знаем, мы тебя очень любим. Все вместе и по отдельности. И Даня, и Диана, и Маша, и Соня. У нас нашей, всей нашей большой итальянской семьей. Поэтому будь нам здоровы и не болей. С днем тебя рождения. И сейчас еще Соня тебе что-то покажет. И за бабу Иру. На здоровье. Это была последняя ложка. Давай, остатки сладкие. Давай. Это наш обед. Вот Даня готовит. Дань, иди сюда, расскажи, что ты готовишь сегодня на обед? Расскажи. Ну что, расскажи, что ты делаешь на обед? На бабушке. Что? Даня у нас как настоящий говорливый повар. Пытается молчать. Вот, не показать никому ничего. Дорогая Ирина Давидовна, очень жаль, что в этот день мы далеко от вас. Очень было бы здорово, если бы мы отмечали этот день, этот праздник, ваш день рождения, все вместе. Но у нас нет визы. Но в следующий раз мы обязательно к вам приедем, если у нас будет виза. А еще мы ждем вас в гости все время. И осенью, когда у вас плохая погода, и зимой, когда у вас метели и нету солнца, и весной, когда у нас все уже цветет. Мы будем очень рады. Приезжайте к нам, пожалуйста. И приезжайте к нам почаще. Счастливо. С днем рождения! Я желаю вам удачи и здоровья! С днем рождения!